Приветствую всех, друзья! Сегодня вам покажу свой мини-баштан, который мы посадили в полусаднику. Обычно сажаем на огороде, но там места в этом году не оказалось. И решили посадить в полусаднике. Здесь, конечно, арбузы и дыни будут небольших размеров. В полусаднике всегда хуже растет. То ли солнце плохо попадает, то ли затишек, непонятно. Ну ничего, какие будут, такие и покушаем. Здесь у меня до этого росла люцерна, друзья. Ну и после нее местами еще осталась она. После нее решили посадить баштан. Так, здесь у меня шелковица. Шелковица уже начинает давать плоды. И начинает понемножку осыпаться. Вот. Ну и так, поехали. Сразу я забыл сказать. Сейчас я пройду фрезой междурядья, так как у меня позволяет здесь. Ну а потом буду, наверное, делать луночки и поливать. И просто поливать, друзья. Так, ну всем приятного просмотра. Поехали. За дело.